мы собрались здесь на этот импровизированный, спонтанный, предупредительный пикет перед офисом трех телекомпаний, или сколько там, четыре уже, Плохотнюка, медиахолдинга Плохотнюка, которые изо дня в день бьют грязь с экранов телевизоров, дезинформируют, манипулируют общественное мнение, которые фактически между народом и олигархом Плохотнюком встали на сторону олигарха. Мы вышли сегодня сюда, чтобы выразить наш протест и высказать наше решительное нет дезинформации, лжи. Мы призываем телеканалы Плохотнюка и Прайм, и Публику, Канал 3 и прочее не лгать, не врать. Хватит врать! 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 Хватит врать!